Итак, всем привет, законопослушным гражданам. Мы продолжаем играть сегодня в первоклассного нашего адвоката и... Возвращаемся мы ко второй главе «Дело о сестрах», которая называется, и... Итак, мы собирались отправляться к какому-то очередному детективу, кроме нас. Посмотрим, что же это за человек такой. Юридическая фирма Гроссберга называется она. Я могу вернуться, кстати, в наш вот офис. Только что мы там будем делать, непонятно. И стоит ли нам вообще туда идти? По-моему, мы все обо всем с ней поговорили уже. О чем только могли. И прощаемся с ней и переходим к следующей локации. 6 сентября, юридическая фирма Гроссберга. Окей, надеюсь. Я был прав о том персонаже, о котором я думал. По словам секретарши, босс отлучился. Интересно, надолго ли? По каким делам, по большим или по малым? И она не знает, когда он вернется. Наверное, когда ты известный адвокат, не то нелегко за всем уследить. И тем более заведовать таким офисом. Ладно, зайду попозже. Да и... Он прямо на входе нас ожидает, правильно? Или нет? Можно порыскать его в вещах. Это какой-то типа пародия на Индианы Джонса. Эта картина раздражает меня с самого момента, когда я как сюда зашел. Масляная краска настолько густая, что ее запах ударяет мне в нос. Да и сама картина, должно быть, здорово ударила по кошельку того, кто ее купил. Интересно. Какая-то свежая картина получается. Недавние обновы были здесь, обновки похожи. Ну что ж, тогда если мы начали с картин, давайте все осмотрим здесь. Например, это замечательное растение. Неизвестное. Дорогое комнатное растение. Понятия не имею, как оно называется, наверное, дороже его не найти. Почему он предполагает, что здесь все такое дорогое? Окей, допустим, картина, но... Я, конечно, не эксперт в растениях, но мне кажется, не такое уж оно и дорогое. Какое-то... как это называется-то? В общем, какой-то алкоголь здесь, похоже, сигареты. А вот это какой-то чехол. Столик для клиентов. Роскошный беновый футляр. Футляр, да. Как я его назвал? Я забыл, как я его назвал. Для сигары, если не ошибаюсь, зажигалка из чистого золота. Мам. Стоп. Даже мне заметно, что кое-кого денег куры не клюют. Это зажигалка? Я думал, это как этот... Фляжка какая-то. Ладно. Как я назвал эту штуку? Не футляр, я как-то по-другому ее назвал. Я уже забыл слово. Вау. Недолго у меня слова остаются в голове. Не помню, не могу вспомнить. Окей. Какой-то дорогостоящий книжный шкаф из красного дерева, заполненный дорогостоящими книгами. Странно. Такое ощущение, что их вовсе не читали. Ну... Классика. Покупаешь книги, чтобы казаться умным. Опс, не то нажал. В итоге даже не трогаешь свои книжки собственные, которые якобы дорогие. Эту часть мы осмотрели. Получается, остаются книжки и столик главного начальника здесь. Крепкий рабочий стол из красного дерева. Откуда он знает, какое дерево все? Он, блин, что это, дровосек какой-то? Каждую породу древесины знает. Вау, эксперт. Первоклассный также. Отполирован до слепящего блеска. Окей. Да. Не люблю слова, как вы могли заметить. Особенно такие сложные. Так. Идти. Следственный изолятор. Или можно обратно. Давайте пойдем обратно в наш офис. 6 сентября, юридическая фирма Фэй и партнеры. Окей. Офис битком набит полицией. Они тщательно ищут улики. Эй, ты! Опять этот мистер Дик. Я тебя помню. Твое-то имя я не забуду никогда. Это место преступления, приятель. Посторонний вход воспрещен. Что, почему музыка не играет? Что-то так тихо стало внезапно. Я даже не по себе. Слушай, мы с тобой раньше не встречались? Да, и похоже, у него память не очень первоклассная.
Стой, ты же это, как его, бац, так ведь, да-да, Ларри, или Гарри. Да, Гарри, точно. Нет-нет, я Феникс Райт. Как можно спутать меня с Ларри? Ну, не знаю, мне кажется, он... А, я даже не буду приводить примеры, что он путает. Что он может путать. Да, я буквально только что у меня новая шутка по этому поводу придумала, с его именем связанная. А, видать, ошибся. Извиняйте, мистер Райт. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Это я его... Смех повторил. Этот Батсон же того убийца, а вы не убийца, так? Ну, кто знает. Еще не конец игры, поэтому... Его признали невиновным? Ну, да, вы... Детектив Гамшу, Замшу, Шумгам. Забавно. Но я точно помню, что он Гамшу, само собой. Пускай имя его более запоминающееся и выдающееся, может так сказать. Так, Гамшу, да? Дик Гамшу. Да, Дик. Дик. Так точно, к вашим услугам. Стоп, для тебя детектив Гамшу, приятель. Да, я адвокат. Райт, для тебя, мистер Дик. В общем, запомни, как меня зовут. Я уже справился с этой задачей. Не вздумай называть меня по имени. Эй, Дик, иди сюда. Да, кто-то другого мнения, приятель. Давай, пойди туда, Дик. Да, сэр. Похоже, начальник какой-то у него. Интересно, сейчас подойду. Ты адвокат, так ведь, приятель? Если у тебя тут дела, то лучше не тяни. Фух, он решил, что я адвокат Майи. Он решил, что... Фух, что значит фух? Он рад этому или я не понял? Поговорить Мия и Майя. Окей, музыка началась, хорошо. По поводу мисс Фэй, вы уже провели скрытие. Боже, что сегодня такое у меня? Что, хочешь знать результаты? Со словами. Эй, не смотри на меня так, приятель. Не поможет. Да, она была твоей начальницей, но на особое отношение не рассчитывай. Ну ладно, может взглянуть на отчет, на этом все. Отчет о вскрытии добавлен материалы дела. Удар тупым предметом, смерть наступила мгновенно. Тот же самый отчет, что и был в первом деле. Прям идентичный, но учитывая то, что предмет убийства был один и тот же, поэтому неудивительно. Так, Майя. Кстати, насчет Майи. Ага, жду не дождусь начала процесса. Вау. Интересно, какого процесса? Извиняй, приятель, но выиграть тебе не удастся. Серьезно? Он серьезно думает, что она убийца? И он настолько глуп? Настолько глупец он? Как он детективом вообще стал? Почему это? А, потому что на стороне обвинения будет сам прокурор Эджворд. Кстати, вот об этом я говорил. Об этом персонаже говорил. Его зовут вроде Майлз. Я знаю только его имя, фамилию, как он выглядит. Похоже, это его была фирма, в которой мы только что ходили. Но его там почему-то не было, видимо, он уже ушел на свои дела. Эджворд, окей, вот как его фамилия. Думаю, ты понимаешь, что это значит. Ты же адвокат и все такое. Эджворд. Хочется пошутить про его фамилию, но... Я пропустил, да, первую фразу, к сожалению, случайно. Все верно, приятель, мистер Майлз Эджворд, собственной персоной. Да, Майлз, как я и говорил. Мистер. Я сделал правильное решение, что начал называть всех мистером и мисс. Неплохо получилось. Постой-ка, ты же не наслышан, не так ли? Конечно же, да. Не знаю, как здесь ответить. Я не должен был, наверное, знать его, но теперь я знаю. Точнее, я его знал, поэтому... Но, блин, что я о нем знаю? Только имя и фамилию, поэтому... Наверное, не наслышан, получается. Не знаю, эксперт ли он или нет. Никогда о нем не слышал. Ну, это вранье, окей. Давайте соврем ему. Ого, ты еще называешь себя адвокатом, приятель? Майлз Эджвард стал прокурором 4 года назад, когда ему было всего 20 лет. Ему 24 года? Окей, а сколько нам тогда? Примерно столько же получается, если ему чуть младше Мии, скорее всего. Примерно одного роста с Ларри. Я не уверен. 4 года назад, окей.
Я думал, что он постарше. Тут такие персонажи молодые на самом деле. А тебе сколько? Тебе 20? 25 тоже, наверное. Все считают его гением. Удивлен, что ты о нем не слышал. Конечно, о нем слышал. Я просто прикидывался. Да-да, я просто прикидывался. Он холодная, бессердечная машина, готовая на все ради обвинительного приговора. Ходят слухи о всяких сомнительных сделках и фальсификации улик. Но уверен я лишь в одном. Эджвард ненавидит преступников всей своей душой. Вау, интересно узнать его предысторию, я уверен. Какую-то историю свою собственную имелся. Какое-то отношение с преступниками, поэтому он стал адвокатом. Все такое, все в таком духе, я уверен. Не думаю, что так скоро с ним столкнусь. Нам нужно будет сражаться против него. А, блин, интересно. Он тоже не любит преступников, но он в следующем деле будет нашим соперником обвинять Майю. Но мне кажется, если он такой первоклассный, тоже гений-адвокат, то прокурор, почему бы ему не... Разве он не должен понять, что это все неправда? Посмотрев на улики, да я не знаю. Не знаю, посмотрим. Я не знаю, как это все произойдет. Мне даже интересно, как мы будем с ним соперничать. Окей, изучить. Что мы изучать-то будем здесь? Вроде все уже изучили. Второму разу, что ли? Не облачко на небе, а я мрачнее тучи. А вон отель прямо через дорогу. Надо, наверное, к той женщине зайти, возможно. Хотя, зачем? Не знаю. Не знаю, зачем к ней заходить. Хотя причин может быть много. Любимое комнатное растение Мии. Название у него очень странное, его никто не может запомнить. Это Карделина прямая, приятель. Кто это сказал? А, окей. Это все в твоей голове, приятель. Оно началось. Берегись. Берегись, мистер Феникс. Постер какого-то старого фильма. Кажется, это был первый фильм, пробивший Мию на слезу. Почему я пытаюсь назвать ее Майей? Потому что Майя было больше на... Можно сказать, в эфире. В эфире, чем Мии. Надо как-нибудь его посмотреть. Обязательно посмотрим. С кем-нибудь, может даже с мистером Ларри. Стол Мии. Идеально чист, как и всегда. Тут не хватает только самой Мии. А, к сожалению. К сожалению, мисс Май больше нет. Ужасающих масштабов коллекция юридической литературы. Но еще ужаснее то, что Мии, скорее всего, все это прочла. А, окей. Забавная противоположность, в общем, этой фирме того мистера Майлза, который свои книжки не читает, потому что он гений, очевидно, ему не надо читать. Просто для виду. Что дальше нам делать? Надо показать. Показать, не показать. Что ему показывать-то? Куда нам идти? Надо обратно? Наверное, нам сказать нужно, что мы не нашли никого. Ой, это вы. Как она может кого-то убить? Посмотрите на нее. Ребенок какой-то. Ну как, вы нашли того адвоката? Прости, пока что нет. Ясно. Надо попробовать найти того элитного адвоката, о котором она говорила. Хотя нет, подожди. Майлз это не адвокат, он прокурор. Майлз не адвокат, поэтому... Я почему-то подумал, что у нас... Блин, я, получается, все перепутал. Майлз адвокат, и поэтому... Точнее, да, прокурор Майлз. Я постоянно все путаю. Майлз прокурор, и он не может быть начальником того, точнее, адвокатом той фирмы, потому что он банально не адвокат. Поэтому я все перепутал, блин. Почему же так перепутал? Ну, я думал, что он адвокат, по крайней мере. Почему-то я так думал. Ну, ладно. Поговорить. День преступления, твоя семья. Мы уже говорили про ее семью и про день преступления, разве нет? Можешь рассказать, что случилось день убийства? Извини, я знаю, как это трудно. Нет, все в порядке. Последние пару часов только об этом говорила. Я уже даже привыкла. Так, утром мне позвонила сестра. Так, я же слышал это. Улику она сохранила, часовые мстители. Они уже фактически приобрели статус серийного убийцы. А во сколько ты пришла в офис? Около 21:00. Свет был выключен, и я почувствовал запах крови. Когда нашла ее, сестренку.
Спасибо, Майя. Это все, что хотел узнать. И что ты из этого узнал, мистер... первоклассный адвокат. Непонятно. Как же твоя семья? У меня была только сестра. Мы не спрашивали об этом, и про родителей говорили, Феникс. У тебя память, похоже, не это того. Папа умер, когда я еще была маленькой. Я не знаю, где моя мама. Не знаешь? Значит, она еще может быть жива? Твоя мама. В течение многих поколений мы, женщины в моей семье, были медиумами. Говорят, что сверхъестественные силы у нас в крови. Примерно 15 лет назад нашу семью повлекли в одно расследование. Окей. И один человек, он разрушил жизнь моей мамы. Интересно, был ли это мистер Майлз? Разрушил? После этого она исчезла? Мне кажется, это так по-любому он должен быть. Через несколько лет сестра сказала, что станет адвокатом, покинула деревню. Значит, ты живешь сама по себе? Да, я уже привыкла. Ну, и к тому же, я должна была стать независимой, чтобы не потерять свои силы. Мне ее жаль, она одинешенька на какой-то горе. Неужели она там одна жила? Мне кажется, у нее какие-то были там... как товарищи, не знаю. Как это называется-то? Враг твоей мамы. И кто был тот человек, который, ну, разрушил жизнь твоей мамы? Примерно 15 лет назад произошло одно необычное убийство. Ну, раз 15 лет, то Майлзу было... Сколько ему было-то? 9 лет? Да, 9 лет, и поэтому... Да, это... Теория с Майлзом... отходит на второй план. Очень громкое дело, судя по всему, все только о нем и говорили. У следователей не было зацепок, они впали в отчаяние. Отчаяние... Постой, не говори мне, что они решили прибегнуть к помощи медиума. Полиция попросила мою маму связаться с жертвой убийства. Ого, а что было потом? Он договорит, ого, блин, прям как, не знаю, как будто он пытается показать то, что ему интересно это все. Ого. Дело было закрыто, как всем казалось. Казалось? Человек, которого моя мама помогла арестовать, был невиновен. Разумеется, сотрудничество от полиции с медиумом держалось под строгим секретом. Но потом... Об этом узнал один мужчина и проинформировал СМИ. Он раструбился во все газеты, что моя мама была мошенницей, и они на нее накинулись. И вот, мама стала посмешищем для всего народа, и она суицид сделала, что ли? Теперь понятно. Уайт. Что? Уайт? А, окей. Так его звали, об этом мне потом рассказала сестра. Да что ты говоришь? В начале этой главы было показали вот этого преступника, который убил Майю. Мию, боже, почему я буду до конца главы их путать точно. Если их и дальше вообще не будет, наверное, и дальше тоже буду путать. В начале главы я помню, что сказали white, типа белый, blue и red, по-моему. Получается, Уайт это была фамилия его. Я почему-то подумал, что Уайт, на секундочку задумался, Уайт, типа, может, это фамилия, типа, наша фамилия, кто-то наш, с нами связанный, с Фениксом, собственно. Но потом я сразу же вспомнил, что у него фамилия Райт. Боже. А, мой голос. Райт его фамилия. Поэтому да. И похоже, это тот же самый мужчина, который был 15 лет назад, скорее всего. Не просто так она знает, как его зовут, нам вначале такую подсказку давали. Так его звали, об этом мне потом рассказала сестра. Уайт, значит, Окей, это все. А дальше-то куда? Юридическая фирма Гроссберга, я полагаю. Или опять ничего здесь нет? Че я туда-сюда хожу? Может, я показать надо отчет, типа вскрытие? А, окей. Тогда что изучать-то надо? Мистера вот этого охранника. Этот охранник следит за комнатой для посетителей. Ни разу не шевельнулся, настоящий профи. Абсолютно, я говорю, конечно же, первоклассный. Надо привыкнуть, что в этой игре не все первоклассные, само собой, а не абсолютные. Это из разных пьес. Улыбнитесь, на вас снимает скрытая камера. Это он еще и шутник, оказывается. Ничего себе. Так, а что дальше? А что дальше надо делать? Поговорить? Идти?
Мы с тобой обо всем поговорили, так? Так? Интересно, куда идти-то? Все изучить. Что, пошли делать там? Показать ему, наверное, что надо. А, статуэтку, может? Хотел спросить, что вы думаете об этом? Об этой статуэтке? Это орудие убийства? Он тоже думает, что часы — это всего лишь статуэтка. Кстати, почему мы вообще таскаем с собой улики? Разве мы должны это делать, или мы просто здесь их оставили, и мы... Или мы их с собой носим все-таки? Непонятно. Хочу же убрать ее с глаз долой. Окей, а что дальше? Майя? Рядом с погибшей лежал клочок бумаги, верно? Да, на нем было написано имя убийцы, само собой. Само собой, стопроцентная вероятность, что это так и было. Уверен, что его написала именно Мия. Учитывая обстоятельства, сложно сказать наверняка, что это ее это почерк или нет. Значит, нет никаких доказательств, что это написала Мия. Окей, записка от Майи, кстати. Можно показать ему. Вы не видели мобильный телефон Майи? Ее телефон? Да, он у меня. Не могли бы вы его отдать? Не вопрос, в смысле... Погоди-ка, приятель. Только не злись, не срывайся. Какой пронырливый адвокат. Ой, он меня раскусил. Быть с ним честным, наплести что-нибудь, блин. А мы первоклассный лжец также? Наверное, мы должны быть также умелыми в лжи, но... Судя по нашему персонажу, мы довольно... честны со всеми, как обычно. Обычно, в смысле. Поэтому не знаю, прокатит ли моя ложь. С этим... Хотя с ним любая ложь, наверное, прокатит, что я тут выделываюсь, мне кажется. Много придумывать не надо. Давайте попробуем что-нибудь соврать ему. Пускай это не выставит нас хорошим человеком, если нас раскусит. Ладно, приму его не попросить, но что ему тогда наплести? Что-то не так? О, нет, этот ремешок прицеплен к телефону. Этот? Здесь написано «Стальной самурай, страж нового древнего Токио». «Стальной самурай», окей. «Стальной самурай» — это персонаж телесериала? Интересно, кого это отсылка? Да, видите ли, этот ремешок — редкое коллекционное изделие. Майя переживала, что он поможет может потеряться где-то в участке. Так и сказала? Ну, да. И, блин, смотрите на его лицо. Он думает, типа... Он не понимает, правда это или нет, и типа думает, согласится или нет. Просто наугад пытается выбрать. Хорошо, приятель. Да, я так и думал. Все равно я уже выписал все номера, по которым она звонила. Вот, держи. Неужели так просто получить следственное доказательство? И предмет с места преступления? Ну, точнее, у одного из подозреваемых, получается. Наверное, она не здесь не оставляла его, просто у нее забрал его. Не знаю. Просто так отдавать, пускай мой адвокат. Я не знаю, я не эксперт в этих делах, поэтому... Похоже, он не заметил запись разговора. Получен мобильный телефон Майи. Окей, интересно. Прежде материалы дела, чтобы услышать записанный разговор. Думаю, спросил все, что хотел. Закончил, приятель? Да, приятель. Да, Дик, я закончил. Ну да, спасибо, пойду, пожалуй. О, постой. Хотел бы еще кое-что обсудить. Надеюсь, ты не планируешь разговаривать со свидетелем? В любом случае, лучше не стоит. С той женщиной? О, еще какой я визит ей планировал сделать. Даже не вздумай давить на нее своими адвокатскими штучками, приятель. К ней это определенно надо зайти. Честно говоря, я совершенно про нее забыл. Как можно про нее было забыть? Что? С свидетелем? Ага, мисс Эйприл Мэй. Да никогда я такого имени не видел, Эйприл. Окей. Извиняй, конечно, но я не могу ничего о ней рассказать. Ну, насчет имени... Ее имени вы уже проболтались. Мисс Мэй, значит. Мэй. Мисс Мэй, Фэй, Майя, Мия. У всех имена на М начинаются. Точнее, хотя бы фамилии некоторые. Выходит, вы уже отпустили ее домой? Ага. Вот это твои адвокатские приемчики. Ага. И запрещено покидать свой номер до начала судебного процесса. Значит, она все еще в отеле напротив. Видимо, зря надеялся, что можно просто так взять и вытянуть из детектива сведения. Да. Невероятно тяжело было. Очень даже непросто, я бы сказал. Вот именно, приятель. Пора навестить мисс Мэй. Вперед из песней.
Мистер Райт, пойдем наведаемся к отель Gatewater. Мы прямо к ней в номер зашли сразу же. Отель Gatewater, номер 303. 303. О, вау. О, вау. Вау. Вблизи она еще... Вблизи она еще... Милее. Угу. Привет, красавчик. Здрасте. Здрасте. Да, застенчиво сказал мистер Райт. Молодец, Райт, просто молодец. А ты ведь адвокат, да? Детектив мне про тебя говорил. Еще мне кажется, что она была на том кадре старше, чем она сейчас выглядит. Особенно учитывая вот эту ее позу с руками. Как у, сами знаете, как у кошки. Он сказал, ну ни слова этому адвокату, подруга, хихи. На будущее сказать Гамшу спасибо за дополнительные... На будущее сказать Гамшу спасибо за дополнительные проблемы. Божечки, я словно в фильме очутилась. Это так волнительно, что я едва сдерживаюсь. О, вау, не сдерживайся, не сдерживайся. Выплесни свои эмоции наружу. И раскрой нам свои... сведения. Ух, пойду припудрю носик, чтобы соответствовать роли прекрасной свидетельницы. Не жаль адвоката, которому придется ее допрашивать. Мне кажется, адвокат уже определен. И я думаю, тебе не понравится тот адвокат, которого выбрали. Выбрала сама игра и сама судьба. Отвертка лежит, кстати, интересно. Ничего, нет, не туда нажал. Из ящика к моду торчит отвертка. Похоже ли на орудие убийства? Я думаю, 100% похоже. Интересно, что внутри, сейчас узнаем. Эй! Ты что делаешь? Руки прочь. Руки прочь от моей отвертки. Фух, плохой мальчик. Смотри, у него глаз дергается. Окей, я уже вижу в ней убийцу. По-моему, у того мужика были розовые волосы, поэтому я уверен, что это она переодетая. В темноте плохо было видно, и да. Не надо рыться в чужих вещах, понял? Бака. Ты же не хочешь меня расстроить? Нет, конечно не хочу расстроить. Расстроить? Да она еще чуть-чуть... Сейчас чуть не взорвалась. Интересно, что же там в этом ящике? Да, мне очень интересно. Это ничего такая повседневная одежда или какая-то пижама, я не знаю. Похоже на пижаму больше, чем на нормальную одежду. Поговорить. Что увидели, мисс Мэй, этот номер? Что увидели? Могу я вас кое-чем спросить? Расскажите, пожалуйста, что вы наблюдали во время инцидента. Ну, кроме нас, ничего, по-моему. Что мы прямо были на месте преступления. В центре внимания. Ого, наблюдали? Инцидент? Словечки прямо как у киношных адвокатов. Люблю мужчин с большим словарным запасом. Ох, а я как люблю. Женщин с большим запасом сведений. С большими сведениями, даже я бы сказал. Сглотнул. Надо быть с ней осторожнее. Ну, так что вы в смысле, видели этим вечером во время того случая? Что в тот момент произошло? Не могли бы вы рассказать мне об этом? Ну, пожалуйста. Он еще умолять ее начнет, я не знаю. Еще... приятель. Она с ним построже быть. Я думаю, ей даже понравится такое отношение. Дай-ка подумать. Так, ну, размечтался. Если вы так хотите знать, то приходите завтра в суд, мистер адвокат. О, я приду. И не только в суд. О, боже. Мисс Мэй. А не могли бы вы рассказать мне немного о себе? Немного. Просто о себе. Окей. Мистер адвокат, вы со мной заигрываете? Ну, можно так сказать. Нет, эй, я просто выполняю свою работу. Хи-хи, знаешь, ты такой милашка, когда краснеешь? Вот серьезно, никогда в жизни так не краснел. Хе-хе. Хе-хе. Ужас. Так, скажите, пожалуйста, с кем вы работаете? Прям так сразу к делу, интересно. Кем же она работает? Ну, не скажу, хихи. А ты уже была обрадовался, да? За кого меня принимаете, мистер Эйприл? За кого меня принимаете? О боже. Этот номер. На столе стоят два бокала. Сам номер кто-то еще остановился? Ого, какой-то наблюдательный. Наверное, ты один из тех известных детективов, которые показывают в телевизоре. Это она уже заранее приготовилась к нашему свиданию вечернему. О, вовсе нет.
Я просто обычно адвокат. Слушайте, мистер крутой детектив, а поищите-ка улики в мусорке, а? Ведь мне не нравятся пронырливые адвокатишки, фи. О боже. У него одна реакция на все просто. О боже, о боже, о боже. Окей. Продолжим мы уже допрашивать эту замечательную особу. Мистер... Почему мистер? Какой мистер, боже? Что же я говорю? Мисс, конечно, мисс Мэй. В следующей серии, а пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем до скорых встреч. И пока.